Рыбак спас белую акулу. Он и подумать не мог, как она его отблагодарит. Белая акула является одним из видов, которые могут быть найдены в прибрежных поверхностных водах всех основных океанов. Белая акула отличается своим размером, с более крупными женскими особами, растущих до 6 метров в длине и достигая весом до 2 тонн. История, которую мы сегодня вам поведаем, случилась с одним парнем по имени Арнольд. Он местный рыбак. Арнольд Пойнтер зарабатывает на жизни рыбалкой у берегов Южной Австралии. Несколько лет назад он заметил попавшую в сети белую акулу, взял нож и отпустил хищника на волю. Вот только акула уплывать не торопилась решила сначала отблагодарить спасителя. Она долго не уплывала и пристально наблюдала за рыбаком, казалось, что она говорит спасибо. Странно, но у древнего океанского хищника сквозь инстинкты пробилось нечто вроде настоящей дружбы. Акула, австралиец в шутку прозвал ее Синди, поджидает лодку рыбака у пристани каждое утро, а затем следует за ним на промысел. Рыбак, конечно, удивлен и польщен, но вот для бизнеса такой приятель не очень хорош. А что вы думаете по поводу такой дружбы? Пишите свои ответы в комментариях. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.